Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Я покажу, как же на устройстве TKL 50SE заблокировать контакт. Что на данном устройстве заблокировать? Номер телефона. Вам будет нужно перейти в контактную книгу, переходим в нее. После чего видим, у нас есть наш контакт Витек. Чтобы его заблокировать, нам нужно всего лишь нажать на троеточие правой верхней углу. И здесь же, как видим, так у нас стоит номер. Можно, не можем его заблокировать, добавить. Давайте мы ему добавим любой номер. Вот, допустим, так сохранить. После чего уже нам есть доступны настройки контакта, именно заблокировать номера. Заблокировать можем, не сообщать спамы, и просто заблокируем. Также можем его разблокировать таким же методом. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.